без Баяна? Какой же завтрак без Роксаны? Доброе утро, мои дорогие! У нас сегодня в гостях педагог в кулинарном лицее Виктория Петровна. Ну, для нас она просто Виктория, да, я думаю. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, Виктория, что мы сегодня с вами будем придумывать и готовить? Я сегодня предлагаю приготовление салата, на мой взгляд, очень интересного. Это коктейль. Для приготовления этого салата в его состав входит сыр, тофу, обязательно соевый сыр, тофу, и, конечно, большое количество зеленых овощей. Это лук нарезанный зеленый. Я его не нарезаю очень мелко, чтобы не потерять то ценное, что дано самой природой. Видите, болгарский перец тоже нарезан очень крупненько. Для приготовления этого салата входит большое количество зелени. Да, зелень. Здесь кинза, петрушка, укроп. Чем богато и в какой сезон вы его готовите? Много зелени. Затем мы берем сыр тофу, разминаем его вилкой, не обязательно здесь производить какую-то нарезку, упрощаем его. Он очень мягкий, да? Он очень мягкий, полезный, конечно, мы очень много говорим об этом сыре, о его пользе. Добавляем сыр тофу, затем мы дополняем этот салат, раз назвали его коктейлем, это кукуруза. Кукуруза мы знаем, из банки, да? Да, из банки консервированная кукуруза, где уже мы отжали сок из этой кукурузы и добавляем. Кукуруза богата золотом. Представляете, какое сочетание в этом коктейле? Здесь и сыр тофу богатый белками, золото, зелени сколько, это энергетическая ценность этого салата, мне кажется, просто неоценима. Затем салат мы заправляем соевым майонезом. Вы видите, что в майонез мы тоже добавляем зелень. То есть такой соус получился. Да, соус-майонез. Можно его, мы иногда на уроках называем его зеленым соусом. Хорошо все перемешиваем, все компоненты. Пока мы приступаем к оформлению, перед этим я хочу сказать, как приятно иметь дело с профессионалом, педагогом. У меня нет комментариев, поэтому только новость. Ежедневное употребление молока и сыра тофу значительно снижает зависимость больных с сахарным диабетом от инсулина. И это уже реально проверено в российских санаториях и больницах. Ну вот, я вам показываю в готовом виде коктейль, как сказала Виктория. Я хотела только спросить, а что это за листочки такие, какие-то декоративные? О, Оксана, да этим листикам нет цены, это листья шпината. Это прекрасный, очень полезный лист, который у нас на Кубани растет. Все у них на Кубани растет, и даже шпинат. Попробуйте. Энергетический тонус нам обеспечен. Спасибо. Спасибо, Виктория. А какой же завтрак без чашечки чая? Изысканный душистый цейлонский чай «Дилма» удовлетворит вкус самых строгих ценителей этого напитка.